Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Екклесиаст 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Объявление. Читайте. Вчера небольшая переписка была с Александром Артамошиным из США. И он говорит, если бы кто-то позвонил с того света, тогда значительно меньше было бы прохвостов, которые проповедуют о загробной жизни. То есть он совершенно неверующий. Я пишу «Барнаульское чудо», спустя трое суток труп встал и пошел. 9 октября. Так, это был 19 февраля 1964 года. На операционном столе городской больницы города Барнаула скончалась Клавдия Никитична. Вот. Это когда было, где было, ну, определенно все уже известно, где было. 19 февраля. Он пишет, спустя столько лет можно наворочить любую ложь, выдавая ее за правду. Не будьте столь смешны, уважаемый Игнатий Тихонович. Вы в этом случае выглядите очень глупо. Я отвечаю. Я лично с ней беседовал в ее доме и не раз после ее воскресения из мертвых. У нее справка из морга. Там среди медиков было дело. Делал операции профессор Неймарк. Ее сын Андрюша тогда учился в школе. И я знаю все это с самого начала. Теперь он священник Струнина. Есть люди, которые ничему не верят, нигилисты Чернышевского. И то, что Земля – шар, и что летали космонавты в космос и были на Луне. Отрицать все – это их выбор. Это не единичный случай, начиная с Лазаря Четверодневного. Американцы выпустили книжку Моуди младшего, где он опросил сотни людей после их смерти. И там были и христиане, и мусульмане, и буддисты, и атеисты. Видения у всех были совершенно одинаковые. Посмотрите фильм «Бежавший из ада». Александр, уважаемый, вы совершенно не заслуживаете доверия, если говорить официальным и юридическим языком. Ваши свидетельства могут быть приняты на веру лишь теми людьми, которых вам удалось сбить полностью с панталыку. Вы их просто зомбировали. Они с ваших слов могут поверить в любую чушь, даже в то, что Земля имеет форму чемодана. Справки из морга я вам нарисую за полчаса на компьютере. Ну, тогда компьютера-то не было, 64-й год. Дайте лишь мне оригинал, а фальшивая справка будет выглядеть в точности, как настоящая. Поэтому ради вашего благополучия вам не стоит распространять подобные басни. Над вами люди будут смеяться. Я отвечаю ему, я вам сказал правду и указал на американский фильм «Бежавший из ада». Вы за 5 минут не могли ни просмотреть ролик про Клавдию Сюжанину, ее воскрешение из мертвых, ни просмотреть фильм и уже даете утвердительный ответ. Это говорит только о том, что прожившие всю жизнь в грехе, неверующие, боятся говорить о смерти и о возмездии после смерти. Ну, а как по-другому объяснять так? Люто прямо, даже не напоминай нисколько о том, что есть что-то за гробом. Марка 9, 44, 46, 48. Где червь их не умирает, и огонь не угасает. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд,
так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения. Евреям 9:27, Матфея 25:46. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Тут что-то дальше он начал богохульствовать. Просто богохульник страшный. Там он обмирал, еще-то не обмирал, а так это, что жена лекарства приносила, ну и все такое. Полностью неверующий. Ясно, что лба не перекрестил. Как говорится, умрешь. Если не умрешь, горе охватишь. Мы можем сказать, умрешь, горе охватишь. Ну, что есть Бог над этим. 2 миллиарда мусульман верят. 2 миллиарда христиан. Ну и дальше это весь мир-то. На безбожника совершенных 9% только отпадает. Да и то, пока, говорит, не клюнет. Пока не придет помощь ему иная, о которой он не ожидал. Ну, что сказать. Утром вчера позвонили, еще раньше, на день. Искорченный, он инвалид. Там несколько раз делали операции, ноги. На железных ногах ходит-то. Все. Ну и все трое поехали, взяли колуны, 4 колуна на троих. Ну и целый день они там работали, братья, и здесь я дома был, где-то траву рывал, где-то что-то делал, на рыбалку 2 раза сходил. Вечером богослужение, это накануне Успения Божьей Матери, Девы Марии. Как принято говорить, так я называю праздник. Вот день и прошел. Закончил съемку, как горох достается. Ой-ой-ой, сколько пыли, сколько чего. И как ячмень. 1 килограмм 4,40. Ну какая же это цена? Горох, килограмм. Горох, килограмм, 4 рубля 40 копеек. Это та же самая цена. 20 килограмм, да, и за 100 рублей. Да 100-то рублей сегодня, это вообще не деньги никакие, так только. То есть уничтожение труженика сельского хозяйства идет умышленное, вот все интервенции там против, ну, цены набивают и прочее. Ни в одном государстве так не относятся. Кормилец главный. Я все показал, но это... Будет только уже дней через 6. Говорит, а почему не сразу выставляются? Да потому что неделя проходит, жесткие диски отправляю в другой город, там работают над ними, выставляют, а я только замки снимаю. Сколько раз уже пояснял. Оно не может быть, я в деревне нахожусь, ни одного ролика не могу поставить, она не принимает система здесь никак. В городе я что-то хотя бы могу поставить срочное, здесь ни одного. Вот так. Наши ресурсы можно глянуть как. Вот мой мир, это я очень люблю систему, ты где в шапке. А где с голубем, туда не надо заходить даже. Это копия дается. Очень хорошая система. 21 тысяча фотографий, тут многое. А сюда я переносил. Перекачку делал со своего канала, но здесь же этого сделать нельзя. Далее наш форум 1600 тем, очень и очень богатый. Ну и в Ютубе канал, вот, православный видеоканал, большой канал, очень даже. 12 300 роликов наших только. Вот так. Посмотреть, что сегодня поставил. Сейчас за стену склада.
во свете Библии большой православный библейский сайт. Сегодня поздравляют с Успением Божией Матери. Как можно поздравлять, не знаю. От церковь отмечает, сделал, ну все, но поздравление-то куда, о чем? Тоже не понимаю. Ну вот и на этом сегодня все.